Всем привет, народ! Вы на канале Котовелик, и в сегодняшнем видео фирма Rockbras прислала новую сумочку нарамную. Сейчас посмотрим, что это за сумочка, так что подписываемся, ставим лайки, поехали! Ссылка будет, как всегда, ниже в описании, можете зайти посмотреть. У продавца есть 4 вроде, или даже 5 цветов, я точно не помню, там можете зайти посмотреть. Самое главное, это цена, да? $60. $60 на момент записи видео, это как бы нормальная такая цифра. Скажете, типа, да, на Алиэкспрессе то же самое есть. Не поверите, я искал, не нашел. Может быть, уже появилось, но пока что вот не было. Здесь уже, как я вот смотрел, сумочка, прям вот сделана добротно. Что значит добротно? А именно фишки, которые не хватало, например, в предыдущих моих сумках, которые там мне присылали, я заказывал. Понятно, здесь нету такого, типа, как для смартфона, объем не сильно большой, но фишки какие? Видим, какая она узенькая, не будет мешать при педалировании, коленями не будете зацеплять, это уже первое. Второе, это у нас защита от влаги, то есть защищена молния, не будет вода попадать. Третье, у нас, понятное дело, светоотражайки есть. Четвертое, это можно, там, например, не знаю, баф, перчатки или даже там дождевик какой-то просто взять и вот за вот эту вот резиночку пропихнуть. То есть у нас увеличивается полезная площадь или же пространство, не занимая внутри саму сумку. Следующее, что мне еще порадовало, это у нас крутилка Боа. Сейчас дальше покажу, как она работает. В принципе, вот все мы затянули. Насчет одежды, да, там, например, дождевика какого-нибудь. Логотипчик Rockbras, как я говорил, прорезинена. Крутилка Боа, для чего нам? Смотрим, у нас одно крепление, второе крепление, соответственно, на трубу в рамы и на рулевой стакан, вернее, под рулевую, а именно на там проставочные кольца, смотря у кого как. И теперь смотрим прикол какой. Вот крутилка у нас, нажали. Получается, мы крутим. И у нас вот эти вот лямки, получается, стягивают. Ослабить нам просто нужно потянуть на себя, щелчок. Все, у нас теперь ослабляется, и мы можем опять выставить там, какой надо диаметр трубы. Также еще, что немаловажно, это прорезиненные. Даже не знаю, что это за материал такой. ТПУ какой-то. Такое, что не будет царапать ваши ЛКП, рамы. Очень тоже удобно, кстати. Ну и цепляется это все банально. Просто за вот крючочек простой, леска. Все, и потом, как я уже выше перечисленное показывал, крутите крутилку Боа. Тут, кстати, написано Fit Go. Ну, по аналогии это Боа. И теперь, что у нас внутрь? Внутрь у нас влезет, ну как, самая мелочевка, там, не знаю, телефон, перчатки, какие-нибудь деньги, может там пару батончиков, мультитул какой-нибудь. И у нас здесь еще есть отделения, которые делятся на несколько, то есть сеточка это все ограждается, вот она, слева и справа. Далее я еще поставлю это на велосипед, посмотрим, как оно на велосипеде смотрится и раскачивается она или же нет. Так что не переключаемся. Как мы видим, коленками не трусь. Единственный минус, что что на кочках замочек звенит. Просто вот прям нормально так поглюкивает. А так, в принципе, сумка как сумка, нормально. Сумочка вообще, как по мне, вообще, ну, дорого, богато, да, выглядит. Как я говорил, из минусов это только вот эта вот вещь, телепается. Но как это пофиксить? Можно просто термоусадку. Маленькую просто одеть, обсмолить, поджечь немножко, да, чтобы оно усилилось. И все, и оно исчезнет, вот этот вот неприятный дзилинг-дзилинг. А так, в принципе, вот что внутри? Внутри можно что? Фонарик, перчатки,
там кнопка от фонарика, в общем, много что впихнуть, еще и баф запихнуть. Можно и телефон вместо там чего-то. В принципе, для мелочевки всякой отлично. Может даже для насоса, ремкомплекта, смотря кто что возит. Потому что возить можно все что угодно. Если, кстати, если вот, например, мало места, да, можно вот перчатки достал, и вот место сразу освобождается, там еще можно реально телефон впихнуть или еще какой-нибудь баф. Так, это все можно, перчатки запихнуть, если попытаться рукой. Ну, примерно вот так. Позапихивать туда, дальше пропихнуть. Это все за резинки. Конечно, они пылью припадут, если там где-то вы в пыльной дороге катаетесь. Но так в целом вы не потеряете. Так что я сумочку могу смело советовать. Плюс я еще говорил то, что здесь антискользящие прорезиненные полосочки вот эти вот, которые не царапают лакокрасочное покрытие, вообще классное. Ну и по дизайну неплохо так красиво выглядит. Ну а что вы думаете по этому поводу, пишите, конечно же, в комментариях, ставьте лайки, ссылка, как всегда, ниже в описании на данную сумку от фирмы RockBrass. Всем удачи, до новых встреч!